Доме дружбы народов состоялся яркий концерт. Для жителей города выступал уникальный ансамбль «Живица». Члены коллектива являются потомками семейских из села Верхний Жирим Тарбагатайского района. Вспоминаешь бабушку, дедушку, все какие-то детские ситуации, что происходило в семье, в родове, где-то какие-то плюсы или минусы, горестные дела, радостные наоборот. И вот это, и через каждую вот эту песню где-то что-то, это все переплетается, и это все проживается. И вот в этом и есть вся, мне кажется, благодать. Вообще у нас в роду пели, уставщики были наши предки, а они молитвы пели, они пели на вот это многоголосие, духовные стихи, духовные песни пели. А мы в детстве-то, это же все западает, оно как бы генетически все это укладывается. И поэтому вот мы и выросли с этими песнями. Всего за вечер было исполнено 13 непростых композиций, которым более 300 лет. Посмотреть на семейские песни пришли порядка 100 человек. В числе их не только жители города, но и участники других ансамблей. Но в основном вот песенные, да, это семейские традиции, послушать, обогатиться, да, это у нас многонациональная республика, разные культуры, и вот чтобы все разные культуры развивались у нас все вместе. Ну и помогаем, конечно, проведение данного мероприятия, организовали автобус привезти жителей, вот, и материальную помощь. Ансамбль «Живица» существует с 2004 года и на данный момент считается одним из лучших в республике. Такие встречи заряжают позитивом как зрителей, так и самих участников объединения. Егор Кокорин, Сергей Медведев. Новости дня.